Йоу, друзья, всем привет! С вами снова я, Артём Якулев, и Степан Якулев, он прямо сейчас снимает это видео. Он мой оператор на сегодня. Сегодня будет обзор на кошачьи игрушки. Да, тут у нас маленькие игрушки, и большая. Мячик у нас. И с нами, как всегда, большая удочка. Да, клёпа. Да, клёпа уже увидел игрушки. Он уже рвется к ним. Сегодня с нами в студии клёпа. Beautiful Cats. И сейчас мы с ним будем пробовать шарик. Маленький, зеленый. Так, ставим клёпу на место. Оп. Ну что, клёп, будешь играть? Давай. Давай. Beautiful Cats. Давай. Не хочешь? Ну а что? Значит, не хочет. Ну, получается, он не сможет с ним играть, но с лапой он может. Потом проверим. Да. Уже в действии, но попозже. Теперь у нас большая. Давайте с маленьких потом. Там мышки всякие, это все. Начнем с самой дорогой игрушки. Сколько стоит? Не скажу. Это дразнилка, удочка, змейка. Отклеиваем это все. Ну что, клёп? Это как будто рыбалка для клёпа. Да, я стоял, выбираю в зоомагазине игрушку и заприметил вот такую. Стойте, да. Здесь у нас вот веревочку надо это снять. Клёпа! Что? Реакция уже началась. Так, я тут... Вот так. Клёпа, блин. Да все, пусть так будет. Давай пусть будет веревка, все, пусть будет. Не, надо ее отклеить, потому зачем? Что без нее веревка не распутается. Надо ее. Да, клёпа, ну подожди, мы еще игры даже не начали. Да он спал. Так, пойдемте в большой кадр. Клёп. Давай. Рыбалка. Начинаем. Давай я попробую, давай. Странный какой-то. Давай, лови. Да я попробую. Подожди, Стёп. Бросала по Новый год. Ой, помоталась. Короче, клёпа с этой игрушкой играется. Смотри, клёпа. Малыш. Я буду поймать. Ну, он поймал. Давай я попробую. Подожди. Давай я. Да нет. Ладно. Ну давай. Ну давайте оператор еще попробует. Ладно. Работа. Давайте дальше. А все, следующий я. Я следующий. Два ты, два я. Да нет, ну сейчас. Клёпа. Давай. Вот такая. Такая вот штучка. Змеючка-дрючка. Вот такая. Так, Стёп, снимай клёпу. Клёп, лови. Тихо, смотрим реакцию. Радужная дрючка. Ну, давайте посмотрим реакцию. Она как раз... Клёп у нас как раз только что спал. Ну, ладно. Попробуем мышку. Клёп очень любит мышек. Особенно серых вот таких вот. Клёпа! Узнаешь свою старую мышку? А, она на нитке. Не на нитке. Вот. Да, свою хоппа, новый год. Бросай. О, смотри, какой червяк. Ну, в общем, клёпа играет с этими игрушками. Да потом клёпа их куда-то засунет. Ну да, он это любит под диванок сувать, под шторы. Все. Мышка ему понравилась. Ой. Он вспомнил свою старую мышку, которую он куда-то подевал, и теперь с ней гоняется. Да, клёп?
Вау! Рестлинг прям. Вай без правил. И... Клёпа, давай! Бросай ему враги. Кстати, смотрите на цвет Клёпы и на цвет мышки. Ай! Клёпа! Цапнул. О, давайте поиграем в рыбалку. Клёпа. Ладно, Клёпе... Давайте, теперь у нас рыбалка. Потряси. Рыбачит я, Клёп Степан. Ловит огроменную рыбу. С именем Клёпа. Самую редкую на ютубе. Клюет! А вот она! Попалась! Вот такая. У тебя змейка на голове. Клёпа! Ладно. Лови! Здравствуй, папа, Новый год! Привет. Ну, в общем, игрушки ему понравились. Особенно вот эта вот змейка. А короче, что больше ему понравилось, змейка или мышка? Ну, мне кажется, мышка. Но змейка тоже прикольная. Здравствуй, группа. Сейчас он с ней еще познакомится, будет вообще гонять. Аккуратно с тем не тяни сильно, он кусил. Ладно. Все, друзья, спасибо, что посмотрели этот обзор. Всем удачи, пока. Степа уже с вами попрощался. Это на траву. А давайте, типа, вот мама принесла траву, которую котики очень любят. Он ни разу еще не видел. Клёпа еще ни разу в жизни, да, получается? Да, или траву не ел. Это траву не полезно. Ел. Для кошек это очень полезно. Так, все эти игрушки в сторону. Степ, не отвлекай, травку хочет посмотреть. Тихо, Степ. Тихо? Интересно. Кушает. Нет. Да, для них очень полезно, для желудка. Да. Ну ладно, она принюхивается, кушает. Вот я еще что принесли тебе. Вот, смотри. Да, это белуга. Траву. Он уже ее много раз ел. Они ее любят, котики. Это не кошачий мят, это самая обыкновенная трава. Не хочет? В зоомагазине мы ее купили. Так. Кошка Тишка. Кошка. Обычно она очень любит траву. Нет, тоже не хочет. Есть траву. Просто отвлекаешь. Ладно. Все, ну все, друзья, спасибо вам. Ладно, друзья, спасибо вам за просмотр. Вот сейчас вот такой вот красивый кадр. На фоне и Клёпа, и Тишка, и Глуга. Три звезды в одном месте. В общем, спасибо вам за просмотр. За просмотр обзора игрушек. Надеюсь, вам понравились мои покупочки. Наверное, Клёпе больше всего понравилось. И я желаю вам всем удачи. И всем пока. Ну, а мы сейчас будем еще резвиться с Клёпой. Играть, точнее.